В ночь с 12 на 13 июля 2020 года на участке Товузского района Азербайджано-армянской государственной границы начались ожесточенные бои. Армянская сторона, неся многочисленные потери, была вынуждена отступить. В результате этих боев героически погиб генерал-майор Полат Хашимов и шестеро военнослужащих азербайджанской армии. Полковник Ильгар Мирзаев, майор Намик Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, солдат-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде. 27 сентября 2020 года Азербайджан приступил к контрнаступательной операции. 28 сентября по указу президента Азербайджана на всей территории страны было объявлено военное положение, частичная мобилизация и начало военной операции «Железный кулак». Отдельными страницами истории Второй Карабахской войны стали теракты, осуществленные Арменией против мирного населения азербайджанских городов, в том числе находящихся вне зоны боевых действий. В результате обстрелов азербайджанских городов баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами, кластерным оружием убиты 93 мирных жителя, 454 получили ранения. 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Вторую Карабахскую войну, которая продолжалась 44 дня, Азербайджан в условиях глобальной пандемии завершил с триумфом. Десятого декабря на площади Азадлык в Баку состоялся парад Победы. В нем приняли участие более 3000 военнослужащих и продемонстрированы до 150 единиц военной техники, а также трофейная армянская техника. Особыми гостями парада стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и 2783 турецких солдата, которые маршировали на параде вместо погибших азербайджанских бойцов. Кардаш, Тюркия Республикасы! По данным Министерства обороны Азербайджана, окончательное число военнослужащих, погибших в ходе Второй Карабахской войны, составило 2908. На сегодняшний день от армянской оккупации освобождены 8 городов, 4 поселка, 288 сел и ряд стратегических высот. Карабах – это Азербайджан.